Мы готовы к формированию кузова и башни. Материалов предостаточно. Все, что нам нужно, это немного стали на каркас и орудия. Следующий этап – создание бетонных бронепластин. Ух ты, сколько пушек! Шаротанк здесь не конкурент. Вот и славненько, вы справились без стали, это великолепно. Огневой мощи нашему гиганту не занимать, его имя Бетониус. Шаротанк уже отправился на свою первую миссию. Самое время найти задачу для Бетониуса. Ему не просто будет достаться на отдаленный участок фронта. Получится найти для него задачу поблизости. У нас не закрыт участок фронта в сосновом лесу. Это хоть и недалеко, но участок опасен на прорыв. Отряд разведчиков проведет тебя к месту выполнения боевой задачи. Постарайся не отставать. Я, mein Offizierin. Неплохой акцент. С такими союзниками нам никакие демоны не страшны. Старый, но надежный КВ-44, он отлично подойдет для запуска 1000-тонных бомб. Внимание, солдаты! По приказу профессора вам выделена подмога. Спасибо, конечно, за такую недвижимость, но мы и сами неплохо справляемся. Я вас не потревожу, нужна будет подмога, вы просто позовите. Хорошо, что мы захватили этот завод, на его мощностях можно мастерить самые удивительные постройки. Внушает ужас. Владыка дал приказ на срочную переброску. Оказалось, у войск Союза есть неприкрытый фланг. Нужно мощно и быстро туда ударить. Справишься? Задание принимаю. Я выполню поставленную задачу. Фронт будет пробит. Бесполезная груда бетона. Его же видно за 10 верст. Не горячись, нам все равно не понадобится его помощь. Мы на самом тихом участке фронта. Пожалуй, ты прав. Боев здесь нету с 42-го. Обороты на максимум. Нанесем быстрый и мощный фланговый удар. Вот это сюрприз. Хорошо, что я вовремя их обнаружил. Мы будем готовы к прорыву. Плохи наши дела, к позициям движется адский золотой гигант. Ну что, парни, нужна моя помощь? Или я могу выдвигаться на завод? Ты что, нас вот так бросишь? Рубите деревья, неблагодарные, замаскируйте меня как следует, дадим врагу по зубам. Впереди что-то похоже на бункер, не могу точно определить, рядом виднеется гарнизон. На Т-34 и КВ-2 я БК тратить не стану, это ваших рук дело. Демоны уже в зоне прямого удара.
Значит, время нанести огневое поражение. Это не бункер, это бетонный танк-гигант. Время разобрать этого бугая на кирпичики. Бетон отлично поглощает урон от бронебойных и фугасных боеприпасов. Против меня тебе нужны бетонобойные. Гигантский гигант к успеху шел, но не фартануло, встретил бетонную преграду. За такой трофей мне однозначно положена награда. Вот же молодец, такая быстрая победа. Похоже, мы проиграли пари, и наш шаротанк оказался не настолько крут, как немецкий бетониус. Все может быть намного прозаичней. Шаротанк просто наткнулся на более мощного противника. Мы уже растеряли все надежды на возвращение Фердинанда. Такой герой заслуживает на второй шанс. Наша задача прорваться к советскому заводу. Вот и появились все недостатки бетонной брони. Она крошится, а ремонтировать ее не так просто. Придется тебя штукатурить. Но если ты раздобудешь ресурсов, я смогу обшить тебя листовой броней. Она продлит службу бетонного кузова и защитит его. Самое время остановить этих захватчиков. Пока этот гигант здесь, мы не пройдем. Да вы только посмотрите, остальные испугались и прекратили движение. Этой стали должно хватить на нужды профессора. Ты только посмотри, сколько демонов притащил Бетониус. Враг все лезет и лезет. Левиафан ни на минуту не ослабляет свой натиск. Иногда это нам на руку, как в этом случае. По-видимому, Бетониус сильно хочет прокачаться, и он получит эту прокачку. Обшивка 30-сантиметровыми бронепластинами завершена. Он немного утратит в маневренности, но живучесть увеличится кардинально. Спасибо за прокачку. Теперь я готов дальше стирать вражеские отряды в порошок. Ищи укромное место и не попадайся на глаза местным обитателям. Прошлая наша высадка провалилась. Третьего шанса у нас не будет. Дорогие соратники, у меня для вас важный доклад.
В наших землях были обнаружены чужаки, они прибыли извне, и по словам Рагера, просто так от нашей планеты они не отстанут. Поэтому с сегодняшнего дня мы уводим патрули абсолютно по всей подконтрольной территории. Парни, будьте бдительны, если этот искусственный танковый интеллект закрепится в наших землях, мы будем иметь еще одного мощного врага. Превосходное подземное укрытие. Здесь ретранслятор точно не обнаружат. Здравия желаю, товарищи солдаты. Ваша задача поделиться на боевые звенья и заступить на патрулирование. Не дайте чужакам закрепиться в наших землях. А вот и первый рядовой солдат. Отправляйся наружу и начинай разведку. С помощью ретранслятора мы каждые несколько часов будем получать подкрепление. Будьте бдительны, был бы я врагом, высадился бы именно здесь. Ничегошеньки не видно. Т-26, живо на базу! Доложи, что враги в дубовом лесу, а мы пока дадим им по зубам! Противник уничтожить! Парни, вы целы? Вот же черт! В этом моя вина! Без резких движений, с этого момента ты пленник, и твоя жизнь в безопасности. Прошу, двигайся за мной. Инженеры, смотрите, кого я вам привел. Он может многое знать про эту планету. Знать я могу много, но рассказывать это вам я не обязан. Спасибо, солдат. Дальше мы сами. Немножко тебя разберем на запчасти, и ты нам все расскажешь, маленький. Лучше ты сам начинай говорить. Наша армия очень большая и мощная. Вам всем не поздоровится, когда сюда приедут наши гиганты. Это ты еще больших армий не видел. И как вы допустили открытие портала? Ретранслятор нужно найти и уничтожить, пока врагов еще не слишком много, и с ними можно справиться силой. Мы, к сожалению, пролюбили этот момент, и теперь придется заплатить маслом наших солдат. Я отправлю КВ-44М, он как раз после ремонта. А мы отправим Бетониуса. У него пушек достаточно, остановить даже целую армию врагов. Посмотри, сколько нас. И это всего за несколько дней с начала колонизации. Вы как тараканы, но всех вас ждет переплавка. Вот увидите, захватчики. Разведка, займите наблюдательные позиции и осмотрите окраину леса. Перед началом зачистки мы должны убедиться, что это не ловушка. Немножко осмотримся и сразу же начнем штурм. Врагов встает больше с каждой минутой, пока работает ретранслятор. Внимание всем постам в западных окраинах леса. Замечена активность противника. Вызываю поддержку. Здесь нечего разведывать. Под каждым деревом сидит враг. Сравняй весь этот лес с землей. Есть сравнять лес с землей. КВ-44М, прикрывай мою корму и держи дорогу для отхода вместе с разведкой. Я попробую продвинуться.
Держитесь звеньями. Мы еще не имели дела с такими гигантами. Начнем прожарку. Уничтожить, окружить, уничтожить.